Для Одесской городской власти здоровье детей является приоритетом. В связи с тем, что эпидемиологический порог заболеваемости гриппом превысил более чем 30%, мы вынуждены продлить карантин в одесских школах, а именно как минимум на одну неделю, с понедельника по пятницу будет объявлен продолжение карантина. Помимо того, мы констатируем тот факт, что уровень заболеваемости взрослых также составляет порядка 20%, то есть увеличилось за последние две недели. В связи с этим мы призываем всех одесситов, как можно максимально минимизировать посещение людных мест. В случае, если вы чувствуете недомогание, использовать защитные маски и принимать все возможные противогриппозные препараты. Сегодня однозначно выступили как представители департамента здравоохранения, так и департамента образования и науки Одесского городского совета, которые рекомендовали комиссии принять такое решение. Что касается детских садов, руководитель каждого конкретного коммунального учреждения, в случае, если в конкретной группе количество заболевших детей превышает 20% от общего количества, он может принять решение о закрытии и обязан даже это сделать, о закрытии той или иной группы. Если количество групп детского сада превышает закрытых групп больше 20%, также такой детский сад по усмотрению руководителя коммунального учреждения может быть закрыт.